Я очень рада, что наш фестиваль детской музыки Бориса Чайковского состоялся. Мы так долго его ждали, так много к нему готовились, и рады, что все получилось и все произошло. Что с этой музыкой, которая достаточно долго хранила молчание на странице вот фортепианного сборника, она наконец-то зазвучала. С ней соприкоснулись реальные дети, от самых маленьких до взрослых, что с ней поработали педагоги, они думали о ней, думали, как сыграть, какой найти звук. Когда я сама работала с этими произведениями, со своими учениками по фортепиано, я искала в интернете исполнение, чтобы сравнить нашу интерпретацию с ними, чтобы, может быть, что-то подчеркнуть, и записей было крайне мало. Ну, их практически не было. А сейчас, благодаря фестивалю, у нас они есть. У нас целая россыпь записей, начиная от гениального, потрясающего Михаила Александровича Аркадьева, который представил нам свое видение, даже немножко поиграл нам, и до самых маленьких исполнителей, которые вот сыграли свое утро, свою реку, которая течет. Это так здорово. Конечно, кульминацией всего был концерт, где эта музыка звучала на протяжении полутора часов. Мы в ней купались, мы в ней пребывали. Ну, не знаю, как другие, но я получила настоящее удовольствие. Мне кажется, что все детские концерты обязательно должны быть вот такими. Творческими, светлыми. И, конечно, его таким сделала музыка Бориса Александровича. С его маленькими короткими зарисовками, с его вокальными песенками о слонятах, котах, горшочках. Это было так здорово, так светло, так радостно. И я думаю, что многие со мной разделили это чувство. Конечно, нам очень хочется повторить, потому что еще остались неисполненные, не прозвучавшие произведения. И еще есть педагогам, что смело включить в фортепианный репертуар для своих детей. Так что надеюсь, до новых встреч!